Международная конференция коврочистов «Коврослет-24». Нижний Новгород. Отель «Александровский сад». 8 спикеров поделятся опытом по эффективному управлению бизнесом, покажут точки роста в увеличении прибыли, расскажут о новых технологиях с искусственным интеллектом. Новинка коврослета – нетворкинг в формате круглых столов с участием экспертов и собственников ковромоечного бизнеса. Разберем острые вопросы, волнующие коврочистов. Автоматизация бизнес-процессов, работа с персоналом, искусственный интеллект в маркетинге и продажах, практические советы по эффективной логистике, успешные кейсы из практики судопроизводства, оптимальный подбор ковромоечного оборудования. Вы получите готовые решения для своего бизнеса. В программе конференции номинации с ценными подарками. Эксперт рынка. Мощный старт. Лучший коврочист. 6 июня коврослет пройдет активно в совместной работе и обучении. А 7 июня посвятим отдыху и развлечениям. Вас ждут экскурсии по городу, командная игра на берегу Волги, катание на катерах и яхтах и барбекю на природе. Обменивайтесь опытом с коллегами, обсуждайте важные темы вместе. Наслаждайтесь отдыхом на природе и наполняйтесь положительными эмоциями на долгое время. Слушайте, я уже третий год посещаю это мероприятие. Каждый раз я для себя беру что-то новое, я знакомлюсь с коллегами. Я думаю, живое общение никогда не заменит общение в сети, во-первых. И тем более там общаются не все. Безусловно, стоит приехать, чтобы прислушаться и не искать пути где-то там в интернете или прочее, а получить опыт непосредственно от собственников бизнеса. Я и приехал заряженный на то, чтобы поделиться своей информацией и, конечно, как можно больше впитывать в себя информацию коллег. Коврослет 24 – это отличный шанс совместить полезное с приятным, прокачать свои знания и отдохнуть в одном из самых красивых мест Нижнего Новгорода.